пацаны, это Жермес. И сегодня потрясающий день. Бонжур, каместа. Да, это Дмитровка, она стоит как рука у Ленина. Это где-то там написано, что ли? Да, привет, коты, привет, коты, привет. Привет, кошачьи. И вы не представляете, за каким рулем мне сейчас пришлось посидеть. КБ. Котаны, правильно, котяры. Да, именно Веста, Динго. Мы сняли офигенный большой тест-драйв прямо сейчас про этот аппарат. И знаете, коты, я на самом деле даже особо не зажигал. Я его так провел в ленивом режиме. Можно даже сказать, да, не спортивном. Вот так, пока, да, место, да. Это прям турбо-мега-мега болит. Здорово, коты, да. И на самом деле, я, честно говоря, даже привет, Адыге. Какие реальные вопросы? Привет из Москвы, коты, привет. Привет. Ой, я был просто не в то, чтобы в нем настроении, но что-то меня как-то вот с утра раскачивало туда-сюда, думал, деть, не деть, выступить, не выступить. Ну и что-то под конец разошелся немножко. Поговорил, рассказал о нашем отечественном родном автопроме. Да. Слушайте, я ничего не думаю о выдаче. Я не знаю, я не смотрю ничего в этом плане. Мне не нравится. Поэтому меня можете об этом даже как бы и не спрашивать. Отлично все. Эфир, я думаю, что это же теплоламповое телевидение. Я думаю, что им... Да, один раз когда-то встречались давно. Я думаю, что неделю они должны, в общем-то, как бы сделать, чтобы это все смонтировать. А причем, знаете, коты, настолько прикольно. Я стоял, пока ждал оператор. Что? Вот, ждал пока операторов. Короче говоря, народ просто собрался посмотреть на машину. Просто старые, как бы, какие-то мужички там, по-серьезному, какой у него багажник, какой фигажник. Вот, и в итоге я стал открывать дверь. Вы не представляете, отклячилась ручка водительской двери. То есть дверь перестала закрываться. Черт, ну думаю, ну что ж такое-то, ну как вот не везет. То не заводится, то ручка отклячилась. Прям одно это, что? Что? Контакты в Инстаграме, кому нужны контакты, пишите в блог. В Инстаграме есть блог, ссылка на блог. Пишите туда, пишите в Инстаграм, приват, что я не знаю, прям контакты, прям проблема какая-то. Коты, посмотрите, какая классная пятница, какая великолепная погода. Да откуда знаю, где этот робот болтается в своей Сызрани, где-то шляется. Посмотрите, какое небо, да, вообще прям налетели. Только вышел поговорить вам, сказать, что настроение хорошее. Какие тюльпаны, черт. Змей, вот он, интерактив, интерактив. Кстати, котики, вот это вот одна из моих любимых песен, называется Two Tribes. Все, коты, до следующего эфира.